Семена дыни Млада ценятся за устойчивость к жаре и засухе. За 85-92 суток на плетистых кустах формируются округлые плоды с оранжево-желтой кожицей, покрытой сплошной сеткой. Внутри скрывается сочная ароматная мякоть светло-кремового цвета. Ее рекомендовано употреблять в свежем виде, использовать для приготовления фруктовых десертов и смузи. Семена дыни Млада можно высаживать в открытый грунт или использовать рассадный способ. Когда на кустах появляются плоды, следует подкладывать под них влагостойкий материал, который предотвратит соприкосновение кожицы дынь с землей. Дыня Млада – это однолетнее растение. Цветы имеют слабый аромат. Дыня Млада имеет среднеспелый срок созревания. Плоды дыни созревают в месяце июль-август. Форма плода округло-овальная. Цвет плода желтый. Мякоть сочная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.